Всем привет! Сегодня у нас большая мятая посылка. Это у нас кроссовки. Опа! Почти все прорезал. К сожалению, кроссовки пришли в очень ужасной мятой посылке. Прям очень-очень мятой посылке, как будто по ней топтались слоны. Вот, как мы видим, это уже продукция компании Xiaomi 43 размера. Так, давайте вскрывать. Так, так, так. И вот такие новенькие кроссовочки. Ну, так как эта обувь, она не пострадала, можно сказать, повезло. Но посылку очень хорошо помяли значит нашу где-то 42 так что заказал на размер больше, как всегда, потому что потому что потому что это все китайские размеры. Так, новые кроссовочки, как мы видим, да, клей в некоторых местах есть, хоть это и сиоми, значок сиоми стоит, смотрите клей, клей, как-то немножко разочаровывает меня сиоми резина здесь вот такая, как будто пористая такая, ну, не знаю, воздушная. А, Причем комбинированная резина. Вот это, мне кажется, такая более скользящая, а вот эта прям такая цепляющая резина. Вот здесь также вот это такая цепляющая, а это такая проскальзывает палец. Вот сами кроссовочки все должны быть дышащие. А, так, что у нас здесь внутри? Ничего интересного. Тряпочные. А, также у нас здесь есть вот такой вот элемент. Это у нас а, шагомер. Так, так, так. Как тут? Смотрите, железная заклепка есть. Со значком мехом. Прям вообще. Оп. И, наверное, здесь будет инструкция у нас. Ну, конечно, все на китайском. Да, надо приложение будет скачать. Все на китайском. Все как всегда, для внутреннего рынка. Значок. На другом ботинке ничего такого нету. Так, вытаскиваем. А, так, так, так. И вон там внутри а, есть место под вот эту штуку. Давайте сейчас я установлю приложение и посмотрим, что оно делает и что она может кстати под другое тоже есть можно то есть выбирать левый или правый ботинок это мы сейчас кстати разберемся внутри э, нашего измерителя да находится так свет куда развернулся находится батареечка формата 2032 то есть э, если вдруг она сядет то мы можем заменить ее просто-напросто, а не выкидывать, например, как со спортивными кроссовками, тоже Xiaomi от компании Lenin. Так, давайте сейчас я тогда разберусь, что там с приложением. Вот так вот, кстати, она вставляется. И давайте вставим, например, в правый ботинок. Так, стелька. Кстати, стелька такая из пористой резины. Ну, здесь ткань. А сама из пористой резины такая мягенькая, неплохая. Так, вытащим заглушку. Ага. Фиг вам, мы ее так вытащим легко. Есть, вытащил заглушку. Заглушка просто кусок пенопласта или что-то типа того. Так, и теперь вставляем туда наш датчик. Вот таким образом все выглядит там внутри. Давайте свет наклоню. Вот так вот. Так. И теперь сейчас установлю приложение и продолжим. Итак, приложение будет использоваться, оказывается, простое наше, любимое, Mi Fit. Так, давайте я вот так все выгружу. Единственное, оказалось, что если у вас уже есть кроссовки, например, как у меня от Xiaomi, да, с датчиком, то их придется отключить. Значит, заходим в MiFit, здесь выбираем последнюю закладочку, называется профи, профиль. Вот и здесь у нас появляется добавить устройство. Если у вас, например, есть э, кроссовки уже какие-то или еще что-то, мы должны сначала зайти, удалить их, да, вот здесь есть отключить, а уже потом э, подключать новые. Вот э, я это уже сделал и здесь, смотрите, можно выбирать ногу, в которую мы будем ставить э, наш датчик. Так, назад. Э, также здесь есть калибровка. Так, расстояние пройденное Но расстояние пройденное он будет мерить за сегодня У меня, смотрите, здесь показано 220 километров. Это я прошел в э, кроссовках от Ленин. Вот, также здесь прошивка, MAC-адрес И, в общем-то, на этом и все э, Теперь надо померить их и походить в новых кроссовочках Посмотреть, насколько они хороши Мне кажется, очень хорошо будет вот здесь проветриваться Потому что здесь такая пористая ткань но если попаду в дождик, наверное, хана просто ноги будут насквозь мокрые. Но, кстати, можете не переживать за датчик. Датчик водонепроницаемый, так что с ним вроде как ничего не случится. Также где-то здесь я видел это написано или не здесь. Да, наверное, когда устанавливал э, датчик, привязывал к мехиту, там было это написано. Э, в общем, теперь погнали, походим, посмотрим, насколько они мягенькие. Подошел ли мне размер? Вперед. Вот так вот кроссовки выглядят на ноге. Мне кажется, они немножко, наверное, великоваты, потому что, вот видите, палец у меня не до конца. Так, ну, чтобы виднее было. Вот он. То есть палец вот здесь вот. Мне кажется, можно было бы, наверное подальше, да, где-то вот, чтобы он был, хотя. Э, но кроссовки при этом не болтаются вообще никак, потому что ну, здесь вот у нас очень все плотненько прилегает. Ну, не знаю. Давайте сейчас я достану э, старую версию xiaomi моих кроссовок, которые от компании Ленин. Я думаю, эти тоже, кстати, от той же компании, от Ленин. Вот, ну или совместное какое-нибудь производство. И э, я в них старых уже хожу наверное целый год, так что можно будет сравнить, стоит ли брать на размер больше, либо брать размер в размер. Итак, давайте разбираться. В общем, это годовалой давности кроссовочки. Вытащил из них стельки. Вот это старые стельки, это новый. Ну, я думаю, по ним понятно. Так, если их сложить ну, допустим, это будет одинаково, правильно? То старая версия немножко покороче, на пол размера, я думаю. Ну, да, на пол размера, не больше. Вот, если складывать кроссовки, вот эти вот, то, в общем, давайте, если вот это будет одинаково, то в конце немножко больше новые то есть я бы, наверное, там половинчатых размеров нету, так что решайте сами. Либо брать на размер размер размер, либо на размер больше. Получается, эти немножко мне великоватые, но э, это как, ну не знаю, мне не мешает. В общем, на самом деле, если, например, даже бегать, то здесь очень все хорошо зафиксировано и проблем у вас не будет. Если вы хотите Повседневно использовать. Ну, в общем, тоже, наверное, проблем никаких не будет. В общем, решайте, я не знаю. А, я буду ходить в этих. У меня уже как бы выбора нету, я уже купил. Так что, кому понравилось, ставьте лайк. Кто сомневается, тогда лучше не покупайте. А кто не сомневается, значит вы уже сделали свой выбор. Ссылочка под видео. Всем пока!